всегда с такой точки зрения подходили, чтобы объяснять до такого уровня, чтобы даже бабушка обычная, смотря телевизор, могла это понять. Мне кажется, в некоторых местах это удалось, но у некоторых все равно вот мы не смогли от этого отойти, потому что все равно тема очень наукоемкая, терминов много. Но вот мы постарались как бы это сделать, и может быть даже что-то и получилось.